Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав, сегодня у нас обзор мода. У нас будут разные виды столов, они будут сделаны из разных видов дерева, по длине они будут разные. Также еще будут стулья, вытяжка, маленькие шкафы, большие шкафы, вот такая вот растительность, кресло, звонок, приемник, телевизор и ноут. Вернее, целый не ноутбук, а настоящий компьютер. Так, ну что ж, давайте посмотрим для начала на обычный стол. Так. Ага, смотрите. А он, оказывается, имеет такую особенность удлинения. Его можно брать и вот так вот удлинять. Вот так. Так. Готово. Этот стол, он выглядит такой маленький, но его можно удлинять до таких размеров. Также есть вот такой вот стол. Мы знаем, что такой стол делается очень просто и без модов. Вот нужно взять просто нажимную плиту и забор. Но тут вместо некрасивой нажимной плиты есть нормальное дерево. Выглядит уже лучше, и смотрите. Если мы будем делать вот просто, как все привыкли по стандарту, берем с нажимной плитой. Вот как-то вот так вот. То получается, это будет выглядеть вот так. Вот так вот. Просто. И смотрите, если я захочу удлинить стол, то у меня, видите, они будут соединяться. Это будет некрасиво. А тут не будет видно абсолютно никаких соединений. Так можно увеличивать стол до больших размеров. Также тут есть еще вытяжка. Так. О. И еще этот мод добавляет вот достижение именно стандартного Майнкрафта, а вот достижение фьючер мода. Вот тут вот абсолютно другие достижения. Вот нужно установить, а потом дальше все это строить. Ну что ж, и давайте посмотрим, что тут есть еще. Так, компьютер. Ух ты, тут можно что-то покупать. Давайте-ка я прикуплю, ну не знаю что. Ну, первое, самое дешевое что-нибудь. Так, инструменты. А вот они. Это материалы, вкладка материалов. Так, заходим в интернет-магазин. Бай. Ух ты, и новое достижение какое-то мне дали. Угу, понятно. Так, вот тут вот электрический город. Приготовить еду и заморозить предмет. Также еще вот я заработал достижение такое продвижение. Купите предмет в Майнэби. И домашняя вечеринка. И дублирован. Скопируйте зачарованную книгу в принтере. Ух ты! А давайте-ка правда попробуем скопировать в принтере. А я не думал, что тут аж до такой степени все сделано. Наверное, достижение специально сделано, чтобы можно было подробно ознакомиться с модом. Ой, так. Книга рецептов. Вот возьмем зачарованную книгу. Ставим тут. Принтер. Ой, нет, не ноут. Принтер. А сюда что нужно положить? А, наверное, краску какую-нибудь. Краситель. Давайте возьмем. Нет, черного красителя нет. Тут есть только. А на этой версии нет пузырька с чернилами. Ладно, давайте возьмем хоть такой краситель и положим. И так, ink levels.
Давайте посмотрим все-таки. Может, нужно взять. А, нужно сначала активировать домашнюю вечеринку. Понятно. Ну, домашнюю вечеринку активировать очень-очень легко. Берем приемник, ставим, нажимаем. И тут играет музыка. Ну, это понятно. О, так даже приятно будет с музыкой делать обзор. Ну что ж, теперь давайте посмотрим дальше, что тут еще есть. Давайте попробуем приготовить еду. Так, берем и ставим. Так, и вот тут еще можно краник. Ух ты, тут можно получать воду из крана. Необычно. Надо где-то рядом с водой. Ну так вот как-то. А, все понятно, тут нужно еще и длинные проводы сделать. Так, давайте отойдем отсюда, тут мобы. Так, и давайте поставим день. Давайте так выключим. Так, тут еще есть у нас какие-то занавеси. Так, ну что ж. Давайте попробуем использовать их. А, их то есть еще можно брать и вот так вот открывать и закрывать. Тоже очень удобный вариант. И давайте последнюю декорацию посмотрим. Но она будет очень-очень интересна каждому. Телевизор. Так. Анекдоты, новости жителей. И внизу титры. Кулинария. Welcome back to Cooking with the Cray. In the show today, I'm going to be showing you... OMG, he totally takes me back. No way. Yes. What? I literally can't even. Me too, girl. No, like, literally? Yeah. Like, you don't even understand how much I can't even. That's insane. If there's a scale from one to even, I can't. And he prayed. Так, ну что ж, ребята. В телевизоре есть очень много программ, которые можно смотреть даже в Майнкрафте. Спасибо за внимание, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом. С вами был я, Мирослав. Всем спасибо и всем пока.